В Березовке введен режим ЧС. В Среднеколымском улусе ледоход 3 балла. Уровень воды на реке Колыма 992 сантиметра, при критическом 1200. Накануне, чтобы ликвидировать затор в местности участка Лабуя на реке Колыма, были произведены взрывные работы. Всего израсходовано 600 килограмм взрыв вещества, после чего ледоход возобновился, начался спад уровня воды. В селе Березовка затоплено 34 дворовых территории с населением 184 человека, в том числе 59 их детей. А также затопило социально значимые объекты – котельную, ДЭС, склад Якутии, Топ-торг, больницу, детсад, администрацию и клуб. В пункте временного размещения находится 66 человек, в том числе 37 детей. Остальные у родственников. На территории села Березовка введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для отселения местных жителей, попавших в зону затопления, сформирована группа в составе 16 человек и 6 единиц техники. Уровень реки поднялся и затопил нижний поселок, где находится 34 жилых дома, 4 социальных объекта, ну и находится котельная и электростанция. Сегодня работает группа ЧС в поселке Березовка из 7 человек, это спасатели. Сегодня помогают эвакуировать население с поселка. Сегодня 100% населения эвакуировано с подтопленных домов. Находится в ПВР. Вот информацию получаем. Значит, в общем, и на уровне района, и на уровне республики, правительства, значит, сегодня ситуация в Березовке на реке, можно сказать, под контролем.